Чтобы поддерживать безопасность в Одесской области, необходимо продолжать санкции против страны-агрессора. Об этих и других методах сохранения мира в Черноморском регионе говорили дипломаты, политики и ученые на протяжении двух дней. Мои советы и рекомендации украинцам на местном уровне и на центральном уровне — не соглашаться на так называемые фейковые выборы, которые могут пройти на Донбассе. Если те ставленники Москвы будут легитимизированы, будет тяжело достичь позитивного результата на Востоке и вернуть территории под контроль Украины. В рамках двухдневного форума представители мирового сообщества также обсудили вопросы военной, экономической и кибербезопасности в Одесской области.